Артур, добрый день. Да. Поздравляем вас с такой выдающейся достижением, которое только 5 боксерам в России, да, удалось достичь пояса по 2 версиям. Интересно было бы еще узнать, чем вы занимаетесь сейчас. Прошел больше месяца с момента окончания боя. Что сейчас происходит в вашей жизни? Добрый день. У меня как приятная часть моей работы, может, у нас происходит последний месяц после моего боя. И так приехал на родину, как-то интервью, там, встречаюсь с друзьями, фанатами, можно сказать, вот так. Все происходит вот так. По-домашнему? По-домашнему, да, это. С тренировками пока сейчас отдыхаете? Нет, я тренируюсь периодически, там, через день, там, вот так тренируюсь. То есть мне тренер тоже, ну, как сказал, чтобы я больше отдыхал, там. Сейчас нет, на самом деле, такой задачи, чтобы я был в какой-то форме, там. Главное, чтобы я хорошо отдохнул, чтобы к следующему старту мне желание было у меня и чувствовал себя хорошо. Спустя 10 лет после боя среди любителей вы встречались с Александром Гвоздиком опять. Тогда это был любительский, сейчас профессиональный бой. 2 непобежденных чемпиона мира. Мощная такая афиша. Чувствовалось ли вот это нагнетение промоутерами перед боем? Ну, они как-то раскручивали этот бой, да. Тот, который был бой, вот это я вообще, честно сказать, про это не думал, что я его один раз выиграл. Там я слышал такое выражение, которое человек, который ты выиграл один раз в своей жизни, что его выиграть второй раз, два раза тяжелее. То есть ты на него идешь, настраиваешься. Мол, я его выигрывал уже, а тот, который тебе уже проигрывал, он на тебя настраивается два раза лучше, чем первый раз. То есть у него есть боязнь еще раз проиграть, то есть он более мотивирован тебя выиграть, чем ты уже, который выигрывал. Поэтому я только этот момент взял из того боя, то, что я его выигрывал, а сейчас он будет более мотивирован, чтобы меня выиграть, да, и поэтому меня это более мотивировало. То есть я сделал такую обратку, да, обманул всех и себя, короче. Во время взвешивания, традиционно, взгляд друг на друга, пауза. Что увидели в глазах соперника? Мне многие говорили, что он дуэль взглядом проиграл, там то все. Ну, я это, как сказать, как-то в уме держал я это, но я на это не делал такой акцент, да, можно сказать. Я на это не ставил, потому что это может быть тактика. Может, он хочет прикинуться волком в овечьей шкуре, да, может. Есть такой вариант, никто не застрахован от этого. Поэтому я так смотрел на это, но на этом не акцентировал. То есть это одно. Второе, я слышал, что когда человек боится, когда у него боязнь или этот, у него система, функции все работают больше 100% в режиме. Знаете? Поэтому в любом случае я не мог на это как-то расслабляться из-за этого. Вы обычно всегда смотрите молча или, может быть, некоторые боксеры что-то говорят там сопернику? Не провоцируйте, обычно просто смотрите. Я смотрю молча, если мне, например, соперник провоцирует что-то сказать, я отвечаю. Один момент могу такой интересный получился. Я в Америке, в Чикаго, у меня бой там с Александром Джонсом, там такой американец, у него конференция, у нас конференция идет, и он говорит, там выходит, я, мол, Александр Великий, я пришел победить, он говорит. И мне это как-то, я тоже сразу беру микрофон, я говорю, если ты Александр Великий, говорю, я тогда король Артур, говорю, я тоже пришел победить. И там так, все смеются там на конференции. Насчет короля Артура, я говорю, шутка, но насчет того, что я пришел победить, это правда, говорю. И все. То есть как-то включаюсь я в любом случае, но сам там, чтобы так не люблю я это. Ответка такая. Да, там чисто включился сразу. Как для вас сложился сам поединок? Потому что по телевизору был достаточно напряженным. Не все так просто было. Поединок сложился, можно сказать, по сценарию, потому что у нас были разные варианты, разные сценарии, как нам с первого раунда было важно, что он нам предложит, то есть с чего он начнет. В общем, у нас была установка с первого раунда аккуратно начать с джеба, с передней руки, начать держать его занятым, да, чтобы он не успевал думать ни о чем. То есть его надо было как-то вот так держать. И мы как-то вот это все делали. Я старался выполнять инструкции своего угла. Всегда выполнять легче, чем что-то придумывать. То есть, тем более то, что мы делаем,
То, что я выполнял, мы об этом уже работали. 8 недель подготовки у меня было к этому бою, поэтому выполнять всегда легче. Какие-то были не совсем понятные нам, зрителям, моменты, связанные с судейством. 3 раза падал соперник ваш, но очки почему-то... Счет не начинался, на ваш взгляд. Почему так получалось? К судье в ринге, которому, и судье, которые судили меня, которые, к ним у меня отдельные вопросы есть и будут. Я им буду задавать по приезду в Канаду. Мы вернемся к этому вопросу. Апелляцию никто не писали? Апелляции, так, она... Победа есть? Да, победа, да, она не нужна, апелляция. Но в любом случае я вернусь к этому, потому что так не должно быть. Это неправильно, да, то, что было по судейским запискам, что я проигрывал. И что в ринге, который судья, он, например, один нокдаун они в первом раунде аннулировали, хорошо аннулировали, а которых там 2 нокдауна, которые нужно было посчитать, они не посчитали. Почему? Говорят, что если бы гвоздик продержался до конца, что якобы по запискам он вел в счете. Как такое может быть, если весь поединок действовали первым номером? Вообще в шоке был после того, как узнал это, но... То, что ты уже выиграл, и тебе подняли руку, то есть ты досрочно выиграл, даже не просто выиграл. И после этого как-то ты не зациклишься об этом. Но это мы все помним, я сказал по приезду, мы как вернемся в Канаду, что мы будем задавать эти вопросы и промоутерам, и судьям, и всем, чтобы это просто так не осталось. Василий Ломаченко сказал после боя, что это не вы выиграли, а якобы гвоздик проиграл. Не обидно было слышать такие слова? Я даже не слышал, что он это говорил, на самом деле. Ну, он боксом занимается, он боксеры же интересные люди, они что попало говорят. Поэтому он хороший боксер, наверное, поэтому что-то сказал такое. Врачи же не обижаются на больных, они все равно как-то стараются им помочь. Так же я не буду обижаться на боксера. Как я могу на боксера обижаться? Вы стали 5-м российским боксером, как я уже сказал заранее, которому удалось... завоевать 2 пояса в разных, по разным версиям. Вы сразу осознали, что вы сделали вообще, что это историческое достижение? Когда пришло осознание этого? Нет, конечно, я вот от вас сейчас узнал, что я 5-м стал российским боксером, из которых удалось завоевать более чем 2 пояса, да? Мне, честно сказать, за этими вещами не гонюсь, и вот вы мне сейчас сказали, мне на самом деле приятно. Когда прилетели в аэропорту в Домодедово, вас встречали, ожидали, что такая будет реакция? Столько людей приедет. Из училища Олимпийского резерва приехали ребята. Да, мне, честно сказать, было очень приятно. Я там, когда вылетал, сказал только моим троим друзьям, там, можно сказать, по работе, там, или как-то троим дал знать, что я еду разным. Но... Все узнали. Более чем 3 человека приехали в аэропорт. И очень приятно было видеть, с училища мне приехали поддержать, поблагодарить там как-то, да. Вот очень приятно было. На самом деле, мне это училище многое дало, я считаю, в моем спорте. Дисциплина, вовремя ложиться, вовремя вставать, воспитание какое-то, да. Вот я все равно на Кавказе вырос, и когда я пришел сюда, все равно многое трансформация шла у меня, и такая положительная, мне кажется. В этом училище я, и у меня и учеба как-то шла, и тренировочный процесс шел как-то. Мне очень вовремя вставать, вовремя ложиться. Но я помню еще у нас, если мы там по телефону разговариваем ночью, телефоны отбирали. То есть 2 раза, если тебя поймали, там выговор мог быть. Это не как там какой-то там диктаторский, да? Это очень такие мягкие подсказки для спортсмена, чтобы они понимали, чем они занимаются, чтобы их направить, да, можно сказать. Артур, ну, у нас главная, собственно, награда ваша. Давайте с последнего пояса, который вы завоевали в октябре, начнем. Расскажите, пожалуйста, вот, сколько он, во-первых, весит? Он такой достаточно тяжелый. Я, честно сказать, его не мерил, не знаю, сколько он весит. Но это зеленый пояс, он престижный пояс считается такой, WBC. Он линейный пояс считается, да, еще Мухаммед Али. У них тоже были эти пояса. Мне на самом деле и красный, и зеленый цвет очень такие мои цвета, можно сказать. Нравятся цвета. Этот пояс переходящий получается? Или он у вас останется? Мой пояс, которым я выиграл, там у меня будет по бокам моя фотография, вот это у меня уже мне остается. А вот если кто выигрывает титул, вот Гвоздик проиграл титул,
Вот у него этот пояс останется для него, как память, да? Да. Он статус потерял. То есть, сам пояс. Вот, уже к новому чемпиону они делают новый пояс. Понятно. А этот пояс, и он немножечко другой. Да, вот этот чуть-чуть другой. Дабл, этот IBF пояс, он там птица здесь, изображена перчатки. Тоже интересно, да, вот он. Мне тоже нравится, конечно, этот пояс, потому что это моя первая нога, такой первый трофей. Мне он больше нравится, чем этот. Хотя он престижный, попрестижнее считается. Но этот очень, у них рулы, да, правила очень жесткие у них. У IBF на следующий день ты не можешь быть больше там 5 килограмм, в районе 5 килограмм. Два раза взвешиваешься. То есть сегодня взвесился, и на завтра ты должен уже быть не больше, чем 5 килограмм. IBF обязует тебя каждый год делать обязательную защиту. А какой вам тяжелее достался этих поясов? Вот этот, я думаю, одновременно два суда шло у меня. С промоутером суд был, с менеджером бывшим суд был. Они просто не выполняли условия, мне нужно было поменять. Не просто так, не из-за моих капризов было это. И когда я вот вступил в ринг вот так ногой, вот тогда только я поверил, что у меня бой сейчас чемпионский. То есть очень сложный момент был, и поэтому этот пояс мне очень, да, я считаю, что он тяжело достался, и пришел такой. Где труд. Они у вас в квартире находятся? В вашем, да? Они у меня, когда заходишь сразу на видном месте, чтобы вдруг, гости могли, да, кто-то там зайдет, чтобы сразу понимали, куда зашли. Вы знаете шутку такую? Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться. Дети фотографируются. У меня сын не занимается боксом. Вот увидел пояса, там то все, и сейчас желание появилось у него заняться боксом. Но я думаю, у него уйдет. Вам будет приятно, если он будет боксером, или для вас это не обязательно? Я думаю, мне будет неприятно, потому что мне же надо будет с ним ходить там. Поэтому я не хочу ходить. Я основную часть своей жизни провел в боксе, и остаток своей жизни я хочу в боксе. А кем бы хотели, чтобы ваши дети? Пока сейчас футболом занимается, сейчас может дзюдо, а там его, может теннис. Пока возраст позволяет ему подумать еще. А с характер у него должен быть ваш? Ну, так, что-то берет от меня. Так, есть. У меня там младший, ему 2 года. И, ну, он там с мамой постоянно. И мама, ну, его мама говорит ему: сделай, как кошка сделает, говорит, как там? И он так мяу-мяу говорит. Я это услышал пару раз, как он мяу делает. Да, вот пацан же он все-таки. Он. Я говорю, как? Я говорю, ты лев, говорю. Скажи, как лев, как делает лев. И он, я его научил сейчас делать, как лев. Вот так он становится. Вот. Как лев. Сразу убрал я то, что мама внесла, я убрал это сразу. А каким был Артур Битрибиев, когда только пришел в секцию бокса? Да. Когда жил в Дагестане. Каким, да, был? Я пришел, я в любом случае, у нас менталитет разный. Я пришел в Москву, Москва — столица России, да, это очень круто было мне оказаться здесь, 16 лет. То есть я помню, когда у меня парень, из Дагестана парень был на моем курсе, на одном курсе учились, и он говорит там, мне, говорит, девчонки жалуются, говорит, с нашего курса, что они, мол, с тобой здороваться, привет тебе, говорит, а ты им не отвечаешь, говорит. Мол, я настолько был другой человек, я думал, нельзя им отвечать, там, как-то не отвечал им, потихоньку потом как-то начал здороваться с ним. А потом вы даже были, у вас была общественная работа, насколько я знаю, да? Вы с художественной гимнастикой водили их на разные культурные мероприятия. Было такое? Ну, такое что-то было. Меня как-то, я не знаю, какое-то доверие я вошел. Меня как-то куда-то проводить их, как-то что-то меня привлекали к этому, да? Ну, было приятно. Мне там маленькие девочки там были, они... Художественная гимнастика, спорт тоже такой красивый вид спорта. Приходилось ли вам, скажем, драться еще до того, как вы стали профессионалом, на улице какие-то, может быть, такие были моменты, конфликтные ситуации? Вы имеете вот вообще до начала, да, бокса? Да, да. До начала бокса? Я до начала очень, я же очень молодости начал боксом заниматься. И мой брат старший, он также моим тренером стал. Он говорил, что у меня такая энергия, да, постоянно мне
вот эти энергию девать некуда было. И он меня решил записать в секцию бокса, да. И вот с тех пор... Сколько вам лет было? Я думаю, ну, у меня как было? Меня то записали, потом меня по поведению выгоняли. Вот, а что вас очень, очень, очень много раз выгоняли с бокса. Что же вы натворили? Да, раз 10, наверное, с бокса меня выгоняли, и меня обратно возвращался. А, меня выгоняли, потому что там... Ну, я такой, все равно вот этот характер, вот это поведение, наверное, оно... Ну, всегда у меня какие-то драки или что-то случалось с ребятами. Во время тренировок? Да, но это по детству еще, это же 8-9 лет. Это же ребенок. Это, и как-то я не осознавал это, но уже когда вот потом уже 11-12 лет, уже я когда начал осознавать, что я спортсмен, то есть я никогда на улице не дрался потом. То есть я, можно сказать, с тех пор на улице никогда не дрался. Я всегда, вот когда училище я учился, у нас там пункт был, и вы владеете боевым искусством, и вы не имеете права применять свое боевое искусство на улице. То есть это как вооруженное нападение, да, считается? Да. Потому что это боевое искусство, у меня, да. Я владею, а другой обычный человек не владеет этим. Я никогда не дрался на улице. Ну, я думаю, я смогу подраться на улице, если что. Но лучше, чтобы не было. Конечно, лучше, чтобы не было. То есть я знаю, если я там ударю кого-то, я как обычный человек ударить, будет по-разному. Эффект. Как вам в Москву приехали в 16 лет? Все-таки, наверное, Дагестан. Не, наверное, Дагестан уже совсем другой регион. Другие порядки, другие, ну и женщины, да, по-другому и одеваются, и все остальное. И ведут себя. Первое время вас что-то, может быть, шокировало или что-то приятно удивило? Что вы почувствовали? Вот первое ощущение, кроме спорта, кроме училища, вот вы же ходили по улицам. Когда приехал в училище, я здесь, мой маршрут был вот училище, потом мы в 11-й парк вот тренировались там, вот, спортзал там был. Мы вот туда ездили. То есть вот от 16-й парков и 11-й парков. И в ЦСКА на спарринг ездил. Вот это мой маршрут, трехугольник. Больше я нигде в Москве не бывал, никуда не ездил. Вот это было мне. И потом начал ходить в кино здесь, на Первомайский кинотеатр. И вот в кино иногда ходить начал. То есть очень так. Я очень, на самом деле, вспоминаю свои годы, которые я был студентом. То есть очень счастлив, что... Судьбой мне так было уготовано пройти эту школу, чтобы я был здесь в Москве, как-то вот это все увидел. Учеба дала вам что-то в жизни и в спорте? Учеба, как я и говорил и тогда, и сейчас, я себя не считаю дауном, да, можно сказать. И если мне что-то в чем-то нужно будет как-то, какой-то специальности, какой-то профессии как-то закрепиться, я думаю, я смогу быть полезным какому-то какой-то отрасли, может быть, в спорте, может быть, тренерской, может быть, кто знает, что угодно. Пока еще не задумывались. Не, я не задумывался, да. Я училище закончил, потом университет закончил физкультурный. То есть я считаю, что учеба, конечно, в любом случае, как у меня в Канаде они замечают. Мы же анатомию проходили, когда я учился, вот, в училище, потом, я помню, еще мы вот этот скелет собирали в номере и учили его там, все, где находится. Вот это очень важно тоже. Немного людей знают, которые, где находится печень, где находится это, то есть тоже важные моменты есть в этом. Чтобы знать, куда ударить. Да, то есть, да, это же и фармакология, что за что отвечать, с чем что кушать, с чем что не кушать, диета там. На самом деле, может быть, я это что-то и не учил, но я ради этого спорта, я это, можно сказать, зубрил, можно сказать, да, что полезно, что не понимали полезно. Понимали уже. Да, я, то есть, это должен был знать. После окончания училища, может быть, с кем-то общались, подружились, какие-то остались друзья у вас? У меня есть друзья училищеские, друзья, которые мы так видимся. Вольная борьба, там, ребята с художественной гимнастикой, девчонок, я так... Мы общаемся, так знаю. Потом бывает в Инстаграме где-то там находим друг друга. Что бы вы пожелали, и вы выпускник училища Олимпийского резерва номер один, что бы вы пожелали тем, кто учится сейчас в училище? Училище, я могу пожелать всего самого хорошего. Это очень крутое место для начинающего спортсмена, который формируется, да, как спортсмен. В моей ситуации, как боксера, вот я считаю, что базу, вот такую базу, да, вот, которая, это база, которая по сегодняшний день со мной, я думаю, что я получил ее в училище. И также, я думаю, другие ребята, есть шанс получить здесь
с тем временем, когда я здесь был, и сейчас то, что происходит здесь, это большие изменения здесь. Все намного красивее стало, удобнее стало. Все, прогресс чувствуется, не стоит, как все было там. Попугай появился. Да, попугай здесь, вот этого всего не было. То есть я вот помню вот эти времена, чуть-чуть по-другому было, но все равно мне очень запомнилось это. То есть в моей памяти всегда будет светлая часть. И я не скажу, что я не ошиковал в то время, но все равно студенческая жизнь на всю жизнь я запомнил. После успешной карьеры в любительском боксе вы решили пройти в профессионалы, что делают, собственно, большинство боксеров успешных. А долго ли проходил этот процесс адаптации? Сложно ли было перестроиться? Все-таки другой режим немножко, наверное, в профессиональном боксе. Я выиграл Европу, мир. Единственное, то, что я не смог достичь, это олимпийское золото. Да? И уже два раза я попытался, и уже хотел завязывать, и мне поступили предложения после Олимпиады в 2012 году в Америку, в Канаду и в Германию. Канадцы такие были настойчивы, они меня попросили приехать, пожить чуть-чуть там как-то что-то. И я так поехал, и там месяца два с половиной начал там тренироваться, жить. И мне понравилось, вроде мы с тренером сдружились, там общий язык нашли. Где-то я там еще несколько месяцев начал тренироваться, готовиться, и первый бой у меня там прошел. То есть такого не было, как сказать, такого сюрприза, потому что я был как в системе, да, всегда. Я в сборной постоянно, ты где-то там на сборах или на соревнованиях, постоянно, круглый год у тебя забит. То есть поэтому я перешел в профессионал очень так плавно, четко, мне кажется. В Монреале вы живете уже 7 лет. Mm-hmm. Как вам вообще Канада, Монреаль? Чувствуете ли себя там комфортно? Хорошая страна сама, так люди там, очень много иммигрантов. Русская речь очень много слышна, там русскоязычных очень много. Там, не скажу, что именно русских много, а вот именно русскоязычных там молдаване, там украинцы, казахи много там. Считается, что это хорошее место для семьи, для детей. У вас двое детей же? У меня четверо детей. Четверо, да, прошу прощения. Я четверо детей. И они все родились в Канаде? Нет, двое в Канаде, двое в России родились. То есть вы не планируете там оставаться после окончания карьеры? Или еще думаете? Нет, ну у меня такого плана нету. Для меня я как россиянин, да, вот основная часть жизни моей в России прошла, и я думаю, она мне больше по душе так там, да, поближе, чем Канада. А вот мои дети, я не знаю, если они захотят там сами, да, вот, там есть двое у меня, которые там родились. Сложный сейчас выбор. Учатся они там. Вот если там для учебы как-то что-то, если у них возможность будет там остаться, я думаю, это уже они выбирать будут, это их. А вот как вы адаптировались там с английским языком, что-то с местными общаетесь, там встречают вас, может быть, там просят фотографии, узнают? Не, мне на самом деле там, мне кажется, больше, чем в Москве узнают, наверное, или в Москве, или дома. Там, очень любят спорт, там, как сказать, и ходят на эти бои, там очень такое есть очень. Культура. Поэтому, да, да, культура спорта. Например, я 7 часов у меня тренировки начинаются утром. И со мной вместе проходит там человеку 87 лет. 88 лет. Там, за 90 лет. Они тоже там проходят что-то делать. 7 часов утра. Да. У тебя потом выходит больше мотивации начинается. То есть это же очень круто, когда люди проходят. Даже там есть вот этот, сейчас не знаю, в 70 каком-то году открытый комплекс. Я одного старичка спрашиваю, я говорю, давно сюда ходишь? Он говорит, как его открыли, говорит, хожу я сюда. Можете рассказать про свой день, один из своих дней, вот подготовки к вот этих 8 недель, подготовки к бою? Я просыпаюсь в 5 утра, я там... Легко встаете уже? Да, я потому что рано ложусь. Я где-то часиков 10 уже сплю, то есть я этому очень уделяю внимание. Сон это очень важная часть, потому что тренировки тоже хорошо, но отдыхать, восстанавливаться нужно тоже. И я где-то в 5 просыбаюсь, готовлюсь, то есть помолюсь, там потом уже готовлю сумку. В основном я сумку всегда готовлю ночью, уже на утро. То есть у меня в этом плане готово все. Потом что-то как-то делаю, и вот уже в 6 я практически выхожу на тренировку, на машину сажусь, еду на тренировку. В 7 часов у меня начинается тренировка. Я где-то
меня с 7 до 9 тренировок, я что-то с зала выхожу, где-то 10 часов выхожу. То есть дополнительно еще какое-то время я всегда остаюсь. Это тренировка именно? ОФП. ОФП, да. Все равно я дополнительно там теряю там, в районе часа. Где-то в начале 11 я уже домой только приезжаю. То есть даже сейчас, вот столько, сколько мне уже, больше 25 лет я в спорте, даже сейчас я придерживаюсь этого плана, да, то есть обязательно после тренировки, основной тренировки ты всегда что-то должен работать над своими ошибками, над своим чем-то. Лучше тебя никто не знает, тебя. Вот я считаю так. В начале 11 пришел домой, позавтракал, и обязательно утром пью кофе перед тренировкой, с кофе пойду на тренировку, с финиками там. Это такой легкий завтрак получается, чтобы не на голодный желудок такую большую тренировку не проводить. Прохожу, завтракаю, отдыхаю. Вторая тренировка у меня с основном бывает с 3 до 5. Тоже так же я обязательно там, меня тренер выгоняет, можно сказать, зала. 2 часа отработал, да. И потом я еще что-то хочу делать, там, на снаряде какой-то утро отработаю, или там еще что-то там, шею качаю, или там пресс покачаю, что-то есть, всегда есть что-то с чем-то поработать, если ты там, у тебя цель какая-то. А мне цель, пояс надо выигрывать, да, ты готовишься, все в этом направлении, да, работать. И вот так у меня потом, я прохожу домой, там вечером уже семья собирается, все школу, с школы, кто проходит там. Пытаюсь там тоже участвовать, там детей спрошу, как там в школе, там, ну, в основном у меня жена занимается. Уроки вместе не делаете? Ну, бывает иногда, но в основном у меня жена занимается с ними. Летом этого года печальное событие, новость, Максим Дадашев скончался под полученных травм после боя. Когда вы узнали эту новость, как эмоционально вас это как-то повлияло? В нашем виде спорта, когда кто-то погибает в ринге, или то есть от последствий после боя, или погибает, когда. Это очень печально. Каждый боксер об этом знает. Я что могу сказать? Я Максима Дадашева по сборной знал его. Хороший парень, пытался так сделать карьеру, поехал в Америку как-то. Ну, так было у него и судьбой, уготовлено ему, да, чтобы. На ваш взгляд, вот такие вещи можно как-то предупредить? Судьи должны как-то останавливать бои? Может быть, секунданты, тренеры как-то... То есть, можно ли как-то на это повлиять? Или это просто судьба, и тут ничего не сделаешь? Ну, в любом случае, судьба, я считаю, что нам... То, что предписано, мы больше не проживем, только сколько предписано. Но есть ошибки, да, какие там кто-то допускает. Я в детали не вдавался, вот... Там комиссии там есть какие-то, да, которые разбирались с этой ситуацией. Там в каждой такой ситуации есть индивидуальный подход, но должен быть. Потому что я слышал, что он жаловался, у него болела голова. Все равно вот эти моменты должны отслеживаться очень серьезно и жестко. Потому что ты перед боем, у тебя голова, болит голова там. Но это же не просто так. Это же надо же как-то откликаться на такой этот сигнал, если никакого отклика нету на такие вещи, я не знаю, зачем тогда эти врачи. Я вот, например, по себе знаю, мы когда медкомиссию проходим, они проверяют тебя, очень, очень серьезно проверяют. Или я не знаю, может, он не сказал. Или врач, промоут раскрыли. Может. Он, может, врачам не сказал, а друзьям сказал, что у него голова болит. Понимаете, вот это моменты надо очень сильно отслеживать, контролировать, потому что боксер там бывает загнан, да, он только лишь бы выиграть, там, финансовая часть какая-то, там, может, у него там нужда какая-то, да, у него он пытается все. А вы сказали, что вы всегда голодны до тренировок, работа над собой, совершенство. Но есть ли у вас, вот многие тренеры уже впоследствии, да, отмечают, что важно чувствовать себя, еще свое состояние. Бывает ли у вас такое же? Вот чувствовать, ну сегодня вот не буду больше работать, вот прошло 2 часа, хватит мне. Есть такое, конечно, есть. Это же не всегда такой суперской энергии. Я же все-таки человек обычный. И даже мой тренер говорит, который там, когда я у него прошу, там, я не бывает полностью выхожу с тренировок. То есть сегодня я не хочу, не бывает. Я могу, например, попросить, может, я побегаю, такой восстановительный бег, там, часовой бег сделаю вместо тренировки. И я там, он мне всегда говорит, когда ты мне что-то
просишь, я знаю, ты просто так не делаешь это. Ты, мол, ты чувствуешь себя как что. Поэтому так он говорит. Как вы проводите свободное время, кроме там, того, что общаетесь с детьми, да, после школы, может быть, ходите в кино, там, какие-то еще мероприятия, там, может быть, спортивные посещаете? Я в хоккей иногда пойду, там, в Канаде, когда нахожусь, схожу, там, в шашки поиграю с друзьями, шашки люблю играть. Потом там, с детьми в кино схожу, их повезу в кино. То есть в кино тоже люблю ходить, и дети у меня любят тоже в кино ходить. То есть так... Как у всех людей нормально. Сейчас короткие вопросы. Это наша анкета, нашего рецепта чемпиона. Я вам задаю короткий вопрос, а вы отвечаете не обязательно коротко. Банан или энергетический батончик? Банан. Отдых на море или в горах? Гора. Инстаграм или Фейсбук? Инстаграм. Боксировать в России или за океаном все-таки? В России. Сильным соперником победить в самом начале нокаутом или в упорной борьбе по очкам после 12 раундов? Нокаутом. Посмотреть по ТВ Рокки или трансляцию соревнований по боксу, например, олимпийских? Не то и не то. То есть вы свои бои не пересматриваете просто? Конечно, смотрю свои бои. А просто вот, например, 6 дней из 7 дней в неделю, один день у меня выходной, воскресенье. И практически все бои выходят на воскресенье. И я не могу вот этот день тратить на бокс. Понятно. И не люблю. Отдохнуть. Да, как-то вот морально вот отдохнуть, уйти от бокса. А вообще нужно это на самом деле, уйти. Поэтому я выбираю что угодно, кроме бокса. Последний вопрос. Мухаммед Али или Майк Тайсон? Оба. Потому что они мои любимые боксеры. Да, это Мухаммед Али и Майк Тайсон. Хотя они две разные школы, два разных боксера.